Добрый вечер, девочки. Мой ужин. Так, две такие котлетки на пару. Сегодня воскресенье. И остальное у меня будет листовая зелень. Минералочка. Всем доброго вечера. Сегодня, девочки, у меня день рождения. В понедельник. И хвалюсь своими подарочками. И смотрите, мечты сбываются. Песня такая, турка. Как я не мечтала. Хотела же еще купить, а мне ее подарили. И, кстати, к нему кофе итальянское. И розочки, розочки, цветочки. Еще, ребята, вот такой подарок. Это кошелек. Со своим старым я проходила 4 года. Вот такой кошелечек. Вы знали, что кошелек нужно брать, чтобы рука ваша была ровно, чтобы ваша рука. Такие выбирайте свои кошелек, себе кошелечки. Тут магнитик. Вот так внутри. Ой, ни одной рукой неудобно. Вот так вот. Здесь вот перчаточная кожа. Мне сказали, что это турецкий продукт, но не знаю. Очень много кармашков. И вот здесь тоже. И тут под карточки, и здесь под документики. Короче, мне очень нравится. И вот здесь еще замочек. У меня на старом кошельке тоже тот замочек был, но там был такой крупный, цеплялся, а этот прям миленький. Тоже удобно вот так мелочь положить. Первый раз взяла вот такой, как под кожу. По какую кожу? Питона. Не знаете, он понравился на ощупь. Я хотела гладкий взять, но тот мне не понравился. А вот этот мне прям, вот знаете, как энергетика. Так, сейчас буду его забивать денежками, которые тоже мне подарили. Денежными средствами буду забивать. Так, ну это пока еще не все подарочки. Так как есть еще на что потратиться. Просто я еще не придумала, что себе купить. Спасибо всем, кто поздравил меня. Спасибо. Ребят, представляете, доставала сегодня новый чайный сервиз. Ну как, ну новый, да, он в коробке стоял у меня несколько лет. Наверное, года 3-4 точно. И смотрите, что приклеенная, оказывается, обычная клеенка. Начала мыть посуду. И вот это отклеивается. Ну, какие отклеились, от этого нет. Вот это вот вся отклеилась, представляете? Я в шоке была. А это стекло. Ну, на кружках пока осталось. Ну, тоже скоро, наверное, еще раз помыть горячей водой. Вот эта тарелка полностью, видите, облезла. Да, я и не знала, что у меня такой чайный сервиз. Кто-то дарил давно уже. Даже не знаю, кто, не помню, кто дарил даже. Кто-то подарил. Их там еще 2 штучки на 6 персон. Вот, сегодня просто достала новенький, думаю, чай с тортиком попьем. На днюху. Ну вот такой сюрприз мне. И еще один у меня сюрприз. Но об этом я расскажу позже.